Североуральск отметил День города. В честь праздника в Парке новой культуры выступили местные творческие коллективы и гости из столицы Урала. В этот важный для Первоуральска день жители успели обсудить и актуальные проблемы, причем лично с главой Игорем Копцом. Подробности в сюжете. Дым без огня. Оказывается, бывает. Парк новой культуры превращается в научную лабораторию. Для постановки опытов из разряда «самим не повторять» используют жидкий азот, температура которого минус 196 градусов. Раз, два, три. Аплодисменты! Концерты здесь устраивают не только на сцене, но даже на скамейке. С Днем города жители пришли поздравить участники ансамбля «Черемушки». Черемушки! Большому торжеству большой диапазон творчества, от вокальных до цирковых номеров. В честь празднования Дня города здесь и дружат городами. Коллектив «Сердца» приехал из Екатеринбурга, чтобы, как говорят сами артисты, от всего сердца поздравить первоуральцев. Мы уже несколько раз были, кстати, на ваших праздниках, и нам очень приятно, что Первоуральск нас не забывает и регулярно приглашает. Публика здесь замечательная, замечательная обстановка, энергия. Все радуются, танцуют, ликуют, можно так сказать. Помогают нам, артистам, так скажем, свою энергию дарить. В День города жители признаются в любви Первоуральску и отмечают, муниципалитет преображается. Нравится центральная улица Ватутина. Соответственно, вот изменились киоски, город стал более цивилизованным. Ну, стали делать детские площадки, праздники как бы, благоустраивают, что очень тоже радует. Набережную сделали, продолжают делать. Много появилось аллей, парков, много скамеечек, всяких тренажеров, спортивных снарядов, на которых можно заниматься, гулять, общаться. Это очень радует. Торжество ко Дню города посетила глава Первоуральска Игорь Кобец вместе с семьей. Неожиданно прогулка в парке превратилась в совещание под открытым небом. Горожане решили не упускать возможности напрямую спросить главу о проблеме, которая беспокоит весь город – качество воды. Игорь Кобец ответил на вопросы и предложил взять важную тему под общественный контроль. У меня есть предложение. Давайте создадим группу. Прямо вот при администрации. Ну, наверное, много не надо, там до 10 человек. Мы свозим вас на НФС, покажем все. Съездим прямо вот на забор воды. Пойдете? Пойдем. Первая встреча инициативной группы состоялась уже в понедельник в администрации. Городские власти запланировали экскурсию для активных граждан на насосно-фильтровальную станцию, а также совместные выезды на заборы проб воды. Алексей Вербицкий, Денис Храмцов, новости Первоуральск.